зовут Маша, я автор этого проекта. И сейчас я расскажу, как это все работает. Пользоваться новым форматом очень легко. После получения доступа у вас по расписанию открываются по два урока – ребенок и взрослый. Каждый открывает свой вариант на своем устройстве. Что мы видим? Они почти одинаковые, но почти. У взрослого доступны те же материалы, что и у ребенка, но с ответами, спрятанными в кнопку, чтобы вы могли и учиться, и учить, то есть проверять ребенка. Вы идете по уроку и вместе смотрите видео, записываете новый материал, слушаете, а потом выписываете новые слова. Ребенок делает упражнение, а вы делаете его про себя, поправляя ребенка, используя ответы, а возможно и не используя. Помните, как говорят, лучший способ чему-то научиться – начать учить других. А каждый четвертый урок вы проверяете знания слов. Каждый пишет несколько туров проверочных заданий, диктант, а потом ищет ошибки у другого. Ваши дети увидят, что вы сами вовлечены в процесс и тоже стараетесь, а у вас появится необходимая мотивация, чтобы наконец-то выучить этот английский. Я думаю, это отличный вариант для всей семьи.